Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. В этом видео я подобрал для вас 15 лучших товаров для кемпинга с сайта AliExpress, ссылки на которые есть в описании под видео. Те, кто досмотрит видео до конца, будет ожидать конкурс. Приятного просмотра! Нож Финт Кинг. Тактический походный нож Финт Кинг обладает лезвием толщиной 3 мм с антикоррозийным черным покрытием. Длина клинка 10 см, длина ножа 20 см. Обладает удобной ручкой, которая обмотана толстой крепкой веревкой из паракорда для надежной фиксации. Темно-зеленого цвета. Есть петля на пояс. Превосходно лежит в руке. Паракордовая нить съемная. На конце ножа есть отверстие для крепления на карабин. Нож подставляется в нейлоновом чехле. Идеально подходит для кемпинга, охоты, рыбалки или путешествий. Цена 470 рублей. Карманное огниво. Это уникальная вещь для любителей рыбалки, походов и экстремального отдыха. С этим огнивом вы при любых обстоятельствах разведете костер. Оно не придет в негодность, если попадет в воду, как спички. Срок его службы не один год. Сделан из высококлассного алюминиевого корпуса. Шнур для темляка в комплекте. Инструмент огнеупорный, водостойкий, не бьющийся. Высокого качества огниво может быть использовано до 1000 раз. Огниво миниатюрной формы, легкий вес. Инструмент компактный, приятно и легко носить с собой. Создает хорошую жирную искру, что способствует быстрой распалке костра. Цена 180 рублей. Портативный набор туристической посуды на 2 персоны. Пригодится вам на любом отдыхе на природе, рыбалке или в походе. В набор входит кастрюля, сковорода, панкрышка, чашка, ложка, поварешка, губка и сетка для транспортировки. Для удобства пользования есть складные ручки на кастрюле и сковороде длиной 10 см. Сделаны кастрюля со сковородой из анодированного алюминия, из-за чего сажа не прилипает и не будет пригорать пища. Вес набора 416 грамм. Цена 760 рублей. Многофункциональный портативный LED-фонарь для кемпинга. Пригодится вам в любой компании. Компактный и легкий, удобно носить. Отлично подходит для кемпинга, альпинизма, походов и рыбалки. Включает в себя функции фонаря, радио, отпугивателя комаров и небольшого вентилятора. Встроенный динамик позволяет слушать радио. Аккумуляторная батарея емкостью 5400 мАч обеспечивает работу до 30 часов освещения. Полностью заряжается за 4 часа. Крючок на нижней части фонаря позволяет вешать его в любом удобном месте. Вес фонаря 650 грамм. Цена 2100 рублей. Многофункциональная походная лопата. Это и лопата, и пила, и огниво, и гаечный ключ, и открывашка, и еще много полезных функций. Клинок лопаты заточен на трех гранях. На правой грани пила и открывашка. В клинке есть отверстия под гайки М5 и М6. В рукоять вложен многофункциональный нож с пилой-открывашкой, консервным ножом и кресалом, что поможет вам легко распалить костер. Также в комплект идет два темляка с чехлом. Для комфортного использования ручка прорезиненная. Возможности данной лопаты ограничиваются лишь воображением пользователя, так как практически в каждом приспособлении данного изделия заложены многофункциональность и универсальность. Общая длина лопаты составляет 45 см, длина лезвия лопаты 23 см, изготовлена из стали 420. Цена чудо-лопаты 1170 рублей. Походный портативный фильтр. Это компактный и удобный водоочиститель воды. Двухступенчатая система очистки эффективно удаляет посадки, водоросли, бактерии и муть из загрязненной воды. Уникальная двойная керамическая мембрана с размером пор 0,1 микрона идеально очистит любую воду. Может стать идеальным вариантом, если за короткий период времени вам необходимо профильтровать большое количество воды, прилагая при этом минимум усилий. Аппарат легко собирается и разбирается. На очистку 1 литра воды уходит приблизительно 2 минуты. Фильтр сделан из АБС пластика. Цена 1300 рублей. Газовая горелка Fire Maple представляет собой набор для приготовления пищи со встроенной системой теплообмена в нижней части котелка. Основа горелки выполнена из АБС материала, ударопрочная техническая термопластическая смола. В комплект входит в котелок, миска и горелка. Система состоит из подставки под баллон, горелки, кастрюли с термоизоляцией, крышкой и таганка. Все очень просто и удобно. Компактно складывается в котелок, в котором после упаковки всех комплектующих остается еще место для одного маленького баллона либо кружки. Можно использовать средние баллоны с газом на 230 грамм, либо большие баллоны на 450 грамм. Специальный дизайн позволяет защитить пламя от ветра, без применения ветрозащитного экрана. Потребляет мало топлива. Проваренный стыковочный шов на котелке полностью устраняет выброс вредных материалов в процессе готовки. Также горелка снабжена системой предотвращения потери топлива. Цена 3500 рублей.
Мультитул 7 в 1 идеально подойдет для кемпинга, сможет выручить вас в любой ситуации. Полностью универсален, включает в себя молоток, пассатижи, гвоздодер, кабелерезы, волнистый универсальный нож, крестовую отвертку, открывашку, нож и пилу. Также все инструменты, которые в мультитуле не выпадают во время работы, хорошо держатся. Больше не нужно таскать с собой мешок инструментов. Все вмещается в этом компактном мультитуле. Ручка в пластиковой прорезиненной накладке. Мультитул в руке лежит хорошо, работать удобно. Выполнен из нержавеющей стали 440. Цена всего 800 рублей. Многофункциональный плащ 3 в 1 может быть использован как накрытие для кемпинг-палатки, как коврик и плащ. Он имеет один размер и подходит всем. Это идеальный вариант для кемпинга и путешествий. Все хорошо везде проклеено и прошито. Водонепроницаемый, портативный и легкий. Достаточно большой, чтобы накрыть вас и ваш рюкзак, когда идет дождь. Размеры плаща 2,20 метра в длину и 1,46 метра в высоту. Сделан из полиэстера. Вес 250 грамм. Цена 680 рублей. Небольшой набор для выживания с полезными инструментами и приспособлениями. Компактный многофункциональный набор необходимых в походах инструментов. Что может быть лучше? Эргономичный чехол позволяет легко хранить набор, не занимая при этом много места в рюкзаке. Аксессуары имеют малый вес, но при этом способны оказать неоценимую помощь туристу в путешествии. Набор состоит из 8 аксессуаров. Самые полезные из них – это небольшой фонарик, который поможет осветить дорогу в темное время суток или обустроить освещение у палатки. Складной компактный нож с двумя лезвиями. С его помощью можно заострить палки, сделать зарубки. Компас, встроенный в линейку из прозрачного материала. С таким аксессуаром вы никогда не заблудитесь и сможете замерить расстояние на карте, чтобы перевести его в реальный километраж. В наборе представлены ручка и другие инструменты, также необходимые для комфортного пребывания на природе. Сам чехол выполнен из прочного плотного материала, который предотвращает повреждение аксессуаров при ударе или падении. В набор входит компас, мультитул, свисток, нож складной, фонарик, огниво, черкало для огнива, ручка шариковая. Вес 300 грамм, цена 980 рублей. Браслет для выживания 15 в 1. Это стильный и модный аксессуар, который в нужный момент можно расплести и получить до 4 метров надежной и крепкой семижильной веревки из паракорда. Выдерживает нагрузку около 200 кг. Паракорд изначально создавался как парашютная стропа, отсюда и название. Этот шнур изготовлен из нейлона, имеет отличную прочность. Также в браслете есть компас, нож, скребок и универсальная пластина, что включает в себя две прямых отвертки, крестовинную отвертку, гаечный ключ большой и малый, боковой режущий инструмент, которым можно резать канат или другие мелкие вещи, и огниво или огниво. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно. Длина браслета 22 см, ширина плетения 2,7 см, цена браслета 165 рублей. Набор для барбекю. Верный помощник на отдыхе на природе. С его помощью можно без особых усилий приготовить шашлык, рыбу, овощи и сварить суп. В наборе 7 предметов. Щипцы, половник, нож, солонка, разделочная доска, лопатка и ножницы. Все предметы удобно размещаются в чехле. Для каждого есть специальное место. Изготовлен чехол из прочного брезента. Щипцы, лопатка и половник изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Рукоятка сделана из качественного пластика. Длинная, что делает момент приготовления простым и безопасным. Щипцы позволяют легко переворачивать мясо и разгребать угли. Набор порадует вас своим качеством и удобством использования. Цена 2330 рублей. Супер яркий фонарик с USB входом для зарядки. Светодиодные компактные фонарики понравятся тем, у кого нет места в сумке для большого фонаря. Встроенный аккумулятор решит проблему постоянной смены батареек, а USB разъем позволит заряжать его во время вашей работы за компьютером, от пауэрбанка, будучи на природе, или от прикуривателя в машине. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Длина фонарика 9 см, диаметр 2,5 см. С тыльной стороны крышка, под которой находится USB разъем для зарядки аккумулятора. На резьбе есть уплотнительное резиновое кольцо. Бояться воды не стоит. Мощность фонаря 10 Вт, светит на расстоянии до 500 метров. Цена 450 рублей. Универсальный водонепроницаемый чехол для телефона. Надежно защитит устройство от воды, пыли и грязи. Подходит также для хранения ключей, денег и документов. Чехол выполнен из прочного пластика с надежными фиксаторами, что гарантирует вашему телефону плотную изоляцию от всех внешних воздействий. Его можно использовать в местах с повышенной влажностью, во время занятия спортом, активного отдыха, поездок. Материал, из которого изготовлен чехол, обладает хорошей сенсорной проводимостью. Это дает возможность звонить и отвечать на звонки, не теряя качество связи. Поставляется со шнурком. Цена 240 рублей.
Кемпинг-палатка для продолжительного проживания на природе, которая идеально подходит для активного отдыха как семьей, так и небольшой компанией. В жаркую погоду вы сможете открыть входы, что обеспечит отличную вентиляцию и приток свежего воздуха. В плохую погоду вы сможете полностью закрыть шатер. Высота палатки 2 метра. Площадь шатра равна 4 квадратным метрам. В него легко можно разместить комплект мебели на 6 человек. Влагостойкость тента 3000 водного столба. Это говорит о том, что палатка выдержит любой проливной дождь. Собирается шатер без особого труда, за пару минут. В собранном виде имеет размер не больше обычной палатки. Сделано покрытие палатки из качественного полиэстера. Этот материал дышит и является залогом того, что у палатки никогда не будет душно. Поставляется кемпинг-палатка в удобной сумке. В комплект входят стойки, оттяжка, тент, колья и шнур для устойчивости палатки на земле. Вес палатки в собранном виде 5 кг. Цена 3600 рублей. А сейчас конкурс. Приз конкурса. Любой товар с сайта AliExpress до 200 рублей. Участие принимают те, кто подписан на канал, поставил лайк и написал в комментариях товар, который хочет получить при выигрыше. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!